в немецком Кёльне. Добро пожаловать на предстоящий хоккейный вечер. С вами Александр Ткачев и Дмитрий Шахов. Впереди нас ожидает настоящая яростная битва между Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Мимо всех. Это Дэн Хантли. Сборная Канады может высосать все соки из соперника. Мало кто может с ними сравниться в силовой борьбе. Да, настоящая соковыжималка. Забросить шайбу в их ворота – большущее достижение. Point. Mueller.
вернулся за свои ворота. Не может реализовать численное преимущество. Фиксирует шайбу в ногу. Вратарь быстро садится на лед и закрывает с собой всю нижнюю часть ворот. Александр, единственный шанс взять ворота — это бросить вверх. В противном случае вратарь сыграет чуть-чуть. Специя! Пересекает чужую синюю линию. Смотрите на повтор. Возможно, неумышленно, но определенно подножка. А вот и тренер вступает в беседу с арбитром по поводу его последнего свистка. Германия второй раз играет в большинстве по ходу матча. В первом случае забросить не удалось. Без бросков не бывает голов. Это ж очевидно. Шайбу туда-сюда из зоны в зону. Тоже неплохо, Александр. Посмотрим за теннисом. Сзади. И он накрывает шайбу. Судья готов к выбрасыванию. Не выигрывает сборная Германии. Шайба находится под контролем Германии. Германия не может реализовать уже второе большинство. Thank you.
не готовится к сбрасыванию. Кросби выиграл сбрасывание. Пропускает шайбу, и преимущество съеживается до единственной шайбы. Тем не менее, у соперника остается немало времени, чтобы повторить успех. Бросает! Чуточку, но все же мимо ворот. Мюллер. Отойди, как можно чаще действовать с поднятой головой, иначе с тобой случится какая-нибудь пакость. Right.
исследование выигрывает сборная Канады. Бросает без промедления. Это Дэн Хантинг. Александр. Финн, и он отправляется в чужой удар.